Здравствуйте! Вас приветствует агентство недвижимости «Дипка Ременкюль» в городе Мерсин, Турция. Сегодня рассмотрим квартиру планировки 3+1 в микрорайоне Тадже. В квартире имеется входная группа. У входа расположен шкаф-купе. Установлена стальная входная дверь. На полу керамическая плитка. Потолки подвесные. В квартире все стены окрашены в бежевый цвет. Из прихожей попадаем в гостиную, совмещенную с кухней. Потолки в гостиной подвесные. По всему периметру комнаты расположен декоративный карниз, за которым можно установить светодиодную ленту. Напольное покрытие в гостиной – ламинат. В кухне на полу – керамическая плитка. На кухне уже монтирован готовый кухонный гарнитур. Фасады верхних шкафчиков белого цвета. Нижних шкафчиков сделаны под дерево коричневого цвета. Фартук отделан керамической плиткой. Столешница акриловая. Общая площадь квартиры составляет 140 квадратных метров. Жилая площадь составляет 120 квадратных метров. Комплексу 1 год. ИСКАН уже получен. Газа в комплексе еще нет. Решение о подключении будет приниматься в ближайшее время на общем собрании жильцов. Из гостиной можно попасть на балкон, который выходит на южную сторону. От комплекса до моря всего 100 метров. Рядом расположен песочный пляж с мелкой галькой. Вблизи расположена школа. Рядом имеется рынок, продуктовые магазины и автобусная остановка. В квартире имеется 2 санузла. 1 санузел общий и 1 расположен в родительской спальне. В санузле установлен унитаз, раковина, есть шкафчики. В комплексе отсутствует бассейн, имеется гидрофор, бункер. На территории имеется место для мангала. Айдат составляет 50 лир в месяц. В санузле имеется душевая кабина. В душевой кабине установлен электроводонагреватель. Рассмотрим детскую спальню. Во всех 3 спальнях напольное покрытие ламинат. Потолки подвесные. Окна квартиры выходят на север, восток и юг. Квартира находится на 4-м этаже. Пройдем во 2-ю детскую спальню. Стены в квартире окрашены в бежевый цвет. Во 2-й детской комнате имеется балкон. Он выходит на северную сторону. С него открывается вид на горы. Напольное покрытие на балконе – керамическая плитка. При желании оба балкона можно остеклить. Пройдем в родительскую спальню. Напольное покрытие в спальне – ламинат. Потолки подвесные с закарнизной подсветкой.
спальне предусмотрен отдельный санузел. В нем находится душевая кабина, раковина и унитаз. На стенах и полу в санузле имеется керамическая плитка. Из основной спальни можно попасть в небольшое хозяйственное помещение. Здесь вы можете разместить стиральную машину. Также тут уже установлены места для хранения. Из хозяйственного помещения имеется выход на пожарную лестницу. Благодарим всех за просмотр. Надеемся, вам понравилось данное предложение. Чтобы связаться с нами, позвоните по номеру, указанному в описании. С вами было агентство недвижимости Deep Gary Mincure в городе Мерсин.